Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без колыш. Во-первых, вы простуетесь, а во-вторых, вы не следите мне на коврах. А все ковры у меня персидские. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милости, господа, попрошу снять ваш головной убор. Кто это мы? Мы? Новое домоуправление нашего дома. Я, Швондер. Она Вязинская. Товарищ Пеструхин. Товарищ Ровкин. Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Сабина? Вас? Вас. Боже, пропал. Что будет с правым отоплением? Вы издеваетесь, профессор? Да какой там изменение? Да, ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Ну, не поразите. Вот по какому делу. А мы, домоуправление нашего дома, пришли после собрания жильцов нашего дома, в котором стоял вопрос об уплотнении. Кто на ком стоял? Попробуйте излагать ваши мысли яснее. Стоял вопрос об уплотнении. А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения? Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, решило, что в целом и общем вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах? Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку. 8-ю? Здорово! Это неописуемо! Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Исидора Дункана! Так же и смотровой. Кстати, смотровой можно было бы вынести в кабинет. Вполне. Правда, товарищ Рыбков? И где же я должен принимать пищу? Спальня. Спальня? Спальня. Очень возможно, что Исидора Дункана так и нет. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кролик. Может быть. Но я и не Сидор Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди. А не в передней и не в детской. Thank you.
получилось.